такой у нас романтический ужин при свечах, но это мы придумали сами при свечах его поесть. Ничего не видно. Сейчас я включу свет, но суть-то вот такая. С глазами-то видно хорошо, сами понимаете. Аппаратура снимает по-другому. Она не умеет перестраиваться. Я только что после пробежки, вообще прекрасный, по паркам, там, по рекам, по берегу реки, по мостам, водопады там какие-то, ну, искусственные. В общем, было классно. Да. А теперь, как выглядит наш ужин. Вот, мисочка овощев и грудки. Все, класс, мои девчонки приготовили. Кто готовил из вас, девчонки? Обе. Ну, молодцы, сладенькие мои. Они, кстати, тоже прогулялись уже сегодня. А завтра мы все идем на пробежку и на тренировку. Вот. Вот. Еда. Ну, остатки сладкие. Приступаю к еде, хочу есть. Да. А вы как думали? Целый день занимаемся. Едем, занимаемся, тренируемся, мало едим, едим правильно, стараемся, ищем. Путешествуем, смотрим. Хочется есть и т.д. и т.п. Хочется кушать. Наслаждаемся видами. Все. А сейчас буду наслаждаться едой.